Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Вот здесь, в охраняемом гараже, можно оставлять на зиму различные транспортные средства. Велосипеды, мопеды. Я вот тоже здесь оставлял свой мотоцикл. Здесь в целости сохранности все находится до весны. И вот сейчас 29 апреля, весна ранняя, солнышко, тепло. И вот сейчас попробую завести свой рейсер-турист. Немного запылился, конечно, но это приведем в порядок его очень быстро. Если не удастся завести, до моего участка отсюда не так уж и далеко, ну, метров, наверное, 200. Укачу его так, а там уже на месте буду разбираться, заряжать аккумулятор и все такое прочее. Посмотрим сейчас, как покажет себя рейсер-турист. Пробег здесь написано 724, но последний год, даже, пожалуй, больше, полтора или даже почти два, не работает спидометр, уж не знаю по какой причине, все некогда разбираться. И на самом деле пробег, я думаю, 1500. Немного, конечно, поскольку езжу я на нем довольно умеренно, но в основном вот в этот вот лес, иногда на рыбалку, езжу также на нем за куриным пометом и все такое. То есть в основном по бездорожью. Так, внешний осмотр показывает, что все нормально, колеса не спустили. Так, откроем краник. Посмотрим аккумулятор. Все-таки 3 года. Так, ничего не горит. Но это ничего не значит, поскольку лампочка нейтральки у меня и так не горела. Проверим сигналом. О, сигнал есть, да еще и хороший. Ну что ж, можно, конечно, рискнуть попробовать завести со стартера. Но что-то, я думаю, делать этого не стоит. Зачем мучить остатки заряда в аккумуляторе? Попробую завести обыкновенным, простейшим способом. Сначала без зажигания немного прокручу двигатель. Ну а теперь попробуем. Раньше проблем с тем, как заводился мотоцикл, не было, но все-таки постоял довольно долго. Что-то так, обогатим немного смесь. О, еще чуть-чуть добавим и потихонечку, как говорит один блогер, моторчик зажужжал. Ну что ж, я считаю, это очень хорошо. Пусть чуть-чуть прогреется и поеду на участок уже своим ходом. Так, колеса накачаны полностью. Может, даже немного сделаю кружочек, прокачусь. В лес ехать на озеро некогда. Хотя нет, сегодня не буду, много работы на участке. Ну а сейчас вот таким образом выглядит мой мотоцикл. 4-й год после покупки. Ну, при маленьком пробеге, я считаю, состояние вполне приемлемое. Ну, хотя ему доставалось довольно много неприятностей. И грязь в лесу, и грузы на нем возил тяжелые. Так что все нормально. Сейчас поеду на участок. Так, попутно проверю, как работают разные электрические приборы. Указатели поворота не работают совсем с одной стороны, с другой стороны тоже. Что-то совсем все постепенно выходит из строя. Так, фара.
фара тоже не работает вообще. Очень странно. Что здесь еще? Ну, посмотрим стоп-сигнал. Стоп-сигнал работает. Да, с электрооборудованием у этого мотоцикла, к сожалению, дела обстоят, мягко говоря, не очень хорошо. Но тут уж поделать ничего нельзя. Надо разбирать щиток, проверять все контакты. Здесь не горит ни лампочка указания, какая передача включена. Вот выяснилось, что перестали гореть и фары, и указатели поворота. Хотя с осени это все работало. Ну, ладно. Сигнал, по-моему, функционирует. Ну и то хорошо. Ну что ж, посмотрим. Прогрелся, нет? Ну не очень еще, конечно. Но можно потихонечку попробовать поехать. Нет, еще на газ реагирует еще, конечно, неправильно, но по дороге прогреется. Вот первая передача горит, лампочка, а нейтральная не горит. Ну, двигатель работает без проблем. Ну, правда, бренчит, поскольку регулировка клапанов не делалась. Мне посоветовали там специалисты, чтобы я туда не лазил, пока не поезжу на нем, ну я не знаю, 1000-3 хотя бы. Уж такая вроде бы эта техника своеобразная. Ну хотя можно уже в этом году, наверное, это и сделать. Ну страшного в этом абсолютно ничего нету. Ну неприятно может этот звон слышать, но в остальном это никакой роли не играет. Фары не горят, значит, указатели поворота не горят. Да, надо заниматься им уже более-менее серьезно. Вот на машинах тянутся садоводы на свои участки. Больше здесь ехать некуда. Да, погода уже теплая, и сезон огородный открывается. Я тоже начал уже первую работу на участке. Абсолютно сухо, завтра дают уже воду, можно будет поливать посевы, так что можно потихоньку все приступать. Поэтому сегодня и некогда в лес ездить. Ну, может быть, после обеда, но надо пахать огород. Использую для этого электрокультиватор. Так, а здесь ворота закрыты, здесь неловко. Придется, наверное, вернуться. Ну ладно, ничего страшного. Двигатель прогрелся. Можно немного прибавить. Дорога не дает разогнаться.
видно, огородники наводят порядок. Ну, правда, места другого не нашли, как практически на дороге устроить костерок. Ну, считают, что так лучше. Какой можно подвести итог? В целом, состоянием моего мотоцикла Racer Tourist 150 после зимовки в холодном гараже я доволен. Состояние нормальное, двигатель работает хорошо, но то, что проблемы с электрикой, не горят разные лампочки, ну, во-первых, они мне особо и не нужны, поэтому я и не тороплюсь с ними разбираться. А во-вторых, страшного в этом ничего нет. Как будет свободное время, только не знаю, когда оно будет, все некогда и некогда. Это легко исправить. Я думаю, все дело в контактах. Контактные группы здесь никудышние, это мне известно, так что вот такая ситуация. Так что и огородный сезон открыт, и мотоциклетный сезон открыт тоже.